Ребятушки, какая красота! Это вот наш Химкинский пруд. Сейчас я тут похожу, немножко поснимаю. Видите, здесь такая есть, ну как веранда, не веранда, ну такая, как плавучий островок такой, как веранда. Вот тут просто скамеечки можно посидеть. А вот тут у нас вот тут рядом кафе «Лебединое озеро». Вот. И там тоже такая веранда есть. Она была открытая. А сейчас там то ли сетку натянули, то ли клеенку, я не пойму. Может, сетка от насекомых просто. Вот я все думаю, как-нибудь туда зайти посидеть. Кофейку попить или так что-нибудь взять вкусненькое. Когда-нибудь зайти. Я все собираюсь сюда зайти. Вот хотелось бы прийти на свой день рождения сюда посидеть. Может, на юбилей соберемся. В прошлом году хотела зайти. Но тут как раз мой день рождения в прошлом году. Здесь не было света в тот день. А, ребята, я вот тут вот какой-то магазин у нас открылся. Шашлык-лаваш. Можно шашлык заказать, лаваш. Можно зайти посмотреть цены. Тут вот у нас кафе. Лебединое озеро. Вот это у нас дом с часами. Часы, вон, видите, наверху беленькие, только они в другую сторону смотрят. С этой стороны нет часов. С двух сторон есть часы, а еще с двух нету. Было бы круто, если бы с четырех сторон было, чтобы на весь город было видно. Это как в каком-то мультике. Как там это... По часам жили. Там что-то такая песенка еще была. Что-то привыкли там все делать по часам. И... такой мультик был, что-то тик-так, 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 там припев такой. Ну, что-то вот у нас тоже такой город с часами. Ой, прудик, а этих сколько? Голубей. Их, наверное, тут кто-то подкармливает. Или они сами тут тусуются. Ой, как приятно у воды погулять. Хорошо, что тучки появились. Солнышко прячется. И не так жарко. Так вообще сегодня до 29 обещали. Во второй половине дня будет дождь, гроза. Вот наш город Химки. Кстати, на другом берегу школа. Как раз вот напротив школы я стою. Школа. У меня там сын учился. Так, поближе подойти, посмотреть. Ой, тут можно аккуратненько спуститься к воде. Главное не навернуться и ногу не сломать. Ой, утки. Ой, какие красивые утки. Вот, это селезни, какие красивые. Это мужики. А утки, они серые, невзрачные. А вот такие яркие, красивые, это селезни. Что-то одни селезни, все красивые. Что-то ни одной серой утки не вижу. А где у них бабы? Ихние. А где ихние бабы? У нас тут, кстати, в прошлом году у нас здесь даже были лебеди. Причем и белые, и черные. Я почему-то сразу вспомнила Флориду Ялту. Она тоже там все ходит у себя в городе, иногда снимает вокруг пруда. У них тоже там лебеди. И как она всегда говорит, вот у нас осенью тоже были лебеди. У нас осенью тоже были лебеди с лебеденками. Я вот всегда Флориду Ялту вспоминаю, как она говорила, что у них там тоже на озере лебеди с лебеденками. Вот у нас тоже прошлой осенью утки с утятами, а лебеди с лебеденками. Ой, какая утка красивая, оранжевая, рыжая. Но это не мандаринка. Есть такие утки оранжевые с фиолетовыми перьями, такие мандаринки. Но они живут в основном в зоопарке московском. Я видела эти мандаринки, они немножко другие. А это просто рыжая утка. А может, это вообще чайка. У нас же тут как...
У нас здесь и чайки летают, и утки. В общем, красиво. Вот так у воды посидеть вообще классно. Так. Вот там скамеечки, кстати, можно посидеть. Может быть, я поднимусь, посижу, поболтаю. В принципе, можно было в кафе зайти посидеть, кофейку попить. Вот такие скамейки низкие. Я если сяду, то я не встану потом. Низко очень садиться. Очень низко. А потом вставать. Ой, какая красота. У меня сегодня прям такой балдежный день. Гуляю, отдыхаю. Сколько там времени на часах, надо посмотреть. По-моему, уже где-то половина первого. После 12 дождь обещали. А в 3 часа гроза и в 6 гроза нарисована. Вот в интернете смотрела. Ну вот прям парит сильно, а вон чайки белые летают. Как в песне. Как в песне у Газманова. Чайки жирные летают, просто жуть. Так, ладно, сейчас я пойду. Зайду в магазин. Куплю кое-что и домой пойду. Уже пора домой идти. Пока дойду, будет уже час или полвторого. Я еще сегодня не ела, только кофе пила. А, котлетку съела с хлебушком, с кусочком хлеба. Больше ничего с утра не лезет. Ну, наверное, можно было и с кашей поесть. А я что-то с хлебушком. Так, ладно, сейчас постою тут еще минуты 3 и пойду. Такая красота у нас тут. В принципе, смотрите, какая веранда красивая. На воде прям. Как ресторан поплавок. Только у нас скромнее. У нас кафе «Лебединое озеро». И, кстати, настоящие живые лебеди здесь были. Ну вот. О, ничего себе, вот на том берегу я вижу утка уже с утятами. Ничего себе. Вроде только пруд растаял. Назад лед только растаял. Утка уже с утятами. Я думаю, где их бабы? Одни селезни плавают, а баба уже с утятами. Где-то вот на том берегу. Вот люди подкармливают их тут, птичек, уток. А вот лебедей не видно. Я видела их на другом конце пруда. Но я туда не пойду сегодня, туда до конца. Конечно, можно прогуляться. Не знаю, сейчас попробую. Может быть, пройдусь. Интересно, есть там лебеди? Мы как-то гуляли тут недавно. Не было лебедей. В прошлом году были, а в этом году не видно. Видите, какой дом красивый. Такой полукруглый. Не знаю, сколько этажей. Шиповник цветет. А здесь прудик. Такие дорожки, мощеные с тротуарной плиткой. Вот эти красные дома из красного кирпича. Это все новые дома. Видите, какие красивые. Мы когда переехали сюда, в Химки, вот этот дом только начинали строить. Один каркас стоял. Такой был черный страшный каркас. При нас все вот это строили. Вот здесь ничего не было. И вот того дома напротив не было. И вот этой круглой башни не было. И вот этого дома не было. Все строили уже при нас. Ну, в принципе, уже, наверное, на следующий год уже будет 20 лет, как мы в Химках живем. Из Москвы переехали в Химки. Ну, потому что в Химках у нас комната была в коммуналке. А здесь все-таки своя квартира. Видите, какая красота. Вот на той стороне что-то белое. Нет, это чайки. Какая красота. Ой. В общем, нету этих лебедей. Одни утки. Утки. И эти чайки. То, что белое и крупное, это чайки. Действительно жирные.
крупные чайки, как гуси прям плавают, как утки такого же размера. Огроменные чайки. Они тут рыбу ловят. Ну, короче, нет лебедей. Пошла я обратно. Одни утки. Голуби, утки и чайки. В общем, все, пора домой. Такая красота. На другом берегу 13-я школа. И еще вторая школа. У меня сын в 13-й учился. А 13-я школа — это аэрокосмический лицей. Вот он там учился с 1 класса по 7. А в 8 классе мы с учительницей поругались. И я его перевела в другую школу. Может быть, зря не доучился здесь еще 3 года. Надо было до 11 класса учиться в этом лицее. Тогда все было бы нормально. Уже хотел у нас на летчика поступать в летную школу. Вот после аэрокосмического лицея, может быть, его и взяли бы. Но мы пытались поступить в летную школу. Не взяли его туда. Ну, не взяли, скорее всего, по состоянию здоровья. А потом мы не успели нужные справки привезти вовремя. Мы опоздали на один день. Мы просто документы привезли. Нам там, нас попросили сделать дополнительное обследование. В принципе, ну, мы все обследования сделали. Там результаты, конечно, обследования были не очень хорошие. Но его все равно туда не взяли, короче. Нужно иметь очень такое крепкое здоровье, чтобы летчиком быть. Ну, в общем, мы там делали дополнительное обследование. Эхо головы, ЭГ там. И, в общем, его бы все равно нельзя, не взяли. Так что не взяли, и слава богу. Значит, так нужно. О, тенечек. Так, все. Какая красота! Какие вот ажурные лесенки, вот эти перила, верандочка. Но тут солнце, правда, печет. Мне почему-то хочется вон на той, на веранде посидеть, где вода. Вот так взять кофеек или сок просто, какой-нибудь коктейльчик, мохито просто посидеть. В общем, всем пока. Побежала я домой. Завтра я работаю. Выйду еще вечерком в эфир. Завтра я работаю. В субботу, возможно, поеду на ВДНХ гулять. Если не поеду на ВДНХ, поеду в Старые Химки в парк. Всем пока. До вечера. Увидимся.